Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с работами скульпторов, художников Жанны Тьер Леотар, европейская женщина и ее служанка. Около 1750 года, холст, масло, 72 на 57. В наследии швейцарского художника Жанны Этьена Леотара множество работ, созданных в путешествиях. 4 года он провел в Османской империи, в Константинополе. Активно интересовался особенностями традиций и повседневного уклада турецких подданных. Зарисовывал национальные костюмы, утварь, жанровые и бытовые сценки. Его произведения пользовались популярностью из-за ярких красок, мастерского рисунка, простых и доходчивых композиций, приятных образов. На данном холсте изображена европейская женщина, живущая в Турции. Сцена происходит в бане. Служанка несет принадлежности для мытья. В руке у дамы очень длинная курительная трубка. Кончики в пальцах главной героини окрашены хной. Так женщины украшали себя, оттеняя нежную белизну кожи рук. Интересна деталь на ногах персонажей традиционной платформы, которые носили, чтобы не промокнуть, стоя на мокром полу бани. Ну, вот такое описание к картине «Европейская женщина» и ее служанка Жанна Этьера Леотара я нашел в интернете. Всего хорошего, до свидания. Текст по книге «Великие музеи мира». До свидания.